Уважаемые друзья, всех приветствую здесь, в павильоне «Газпром». Мы очень рады вас видеть, и мы очень рады, что продолжается наша интереснейшая тема. Уже не один спикер приходил сюда, в лектории «Газпрома». «Образование и карьера в ПАО «Газпром. История успеха». И я рад приветствовать Игоря Анатольевича Максимцева и Максима Юрьевича Недзвецкого. Сегодня наши спикеры, гости. Давайте поаплодируем. Друзья, сегодня мы будем с вами обсуждать, как правильно выбрать карьерный трек, как найти этот путь к успеху, как профессионально вырасти, как быстро ориентироваться в этом современно меняющемся мире. То есть сегодня обсудится очень много вопросов. Вы сможете задать свои вопросы нашим спикерам. Я надеюсь, что они смогут ответить. Я даже уверен, что ответят. Вот. И сейчас хотел бы представить и передать слово Игорю Анатольевичу Максимцеву, доктору экономических наук, члену-корреспонденту Российской академии естественных наук, профессору, ректору Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне сегодня очень приятно находиться здесь, на ВДНХ, в павильоне ПАО «Газпром», потому что здесь я был еще в свои студенческие годы, и, поверьте, ВДНХ всегда привлекал своей красотой и мощью, вот действительно теми достижениями, которые у нас есть. И сегодняшняя выставка, она совершенно другая, она цифровая в большинстве своем, но она уникальная. Вот идешь по павильонам, и гордость за страну просто в геометрической прогрессии возрастает, потому что ты видишь огромнейший срез тех проектов, задач, которые реализованы, ты видишь и прекрасно понимаешь, что мы движемся в правильном направлении, ты знаешь, что это мы сделаем, потому что мы к этому уже готовы и морально, и экономически, и интеллектуально, и, конечно, возможность в эти важные дни здесь встретиться очень многим спикерам с молодежной аудиторией. Это уникальный шанс передать вот этот опыт, эту эстафетную палочку вам, дорогие друзья, потому что я всегда говорю, что молодежь – это будущее любой страны. Без вас, как мы с вами общаемся, как мы с вами разговариваем, как мы делимся нашим накопленным опытом и той информацией, которая у каждого на подкорке, на нашем диске в голове сосредоточена многие годы, насколько она становится доступна вам, от этого зависит, безусловно, будущее ваше, нашей страны, потому что человеческий опыт, он велик, и никакой искусственный интеллект все равно его не может сделать таким мощным, красивым, духовно богато и окрашенным, как общение человека с человеком. Я сегодня, наверное, воспользуюсь возможностью и тогда кратко представлю себя. Я закончил военно-механический институт, есть такой вуз в Санкт-Петербурге. Поверьте, всегда хотел идти и заниматься инженерным делом, потому что выбирал между политехом. Вчера, я знаю, ректор политехнического университета Санкт-Петербургского был здесь, на этой площадке. Но вот как раз дело случая. Приходит выпускник школы в 10 классе и говорит: вы знаете, вот я поступил в военно-механический институт, мы там делаем ракеты, у нас вообще такие важные задачи для страны, оборонные комплекс, и, конечно, для молодого школьника, который интересуется очень многим и думает, куда пойти, я пошел и стал инженером. У меня всегда математика легко давалась и многие точные науки, но после окончания вуза наступил сложный период распада Советского Союза, и инженеры были не очень нужны. Но в вузе я, наверное, использовал все, что можно,
потому что учеба прежде всего, но работа общественная, возможность видеть плечо друга, мероприятия круглосуточные, студенческие, которые проходили у нас, они, поверьте, тоже так же, как и в эти дни, были для каждого студента важны. Это общение, это познание нового, это встреча с интересными людьми, с ведущими конструкторами военной и оборонной техники, с ведущими артистами, с политическими деятелями. Ну, вуз был закрыт, и поэтому иностранных партнеров не приглашали, но вот то, что я там получил, и получил толчок дальнейшей, наверное, своей жизни, я иногда думал, зачем я интересуюсь этим, зачем я хожу в лектории общества знания, по воскресеньям там всегда в советские годы читались лекции о международном положении Советского Союза, и мне как-то всегда это было интересно. Я с удовольствием посещал университет искусств, который при Государственном Эрмитаже работает очень давно, и вот 2 года, когда ты изучаешь историю искусств, и в то же время каждое воскресенье имеешь доступ в залы Эрмитажа, увидеть уже своими глазами, увидеть то, что тебе лекторы выступали, и Борис Петровский, отец Михаила Борисовича Петровского, нынешнего руководителя Эрмитажа, выступали художники, скульпторы, те, кто занимается историей искусства и культуры. Конечно, это было все очень интересно, и до сих пор, где бы я ни был, куда бы меня ни забросила служебная или личная жизнь в командировку или в личную поездку, вот увидеть и посетить тот или иной театр, увидеть классическое исполнение оперы, балета и насладиться искусством мастеров в ведущих музеях мира, поверьте, я получаю огромнейший заряд от этого. Я не знаю, как это передать, но, наверное, вот как батарейка, я этим очень сильно заряжаюсь. Это вот тот духовный срез, который позволяет двигаться вперед. После окончания вуза распался Советский Союз. Инженеры уже не востребованы. Все мы в поисках будущего, как быть. Друзья предлагают мне пойти в Ленинградский, в Санкт-Петербургский финансово-экономический университет. И предложили заниматься международной работой, и тогда много открывалось, новые границы, контакты, новые направления подготовки. Мы брали на вооружение лучший опыт зарубежных вузов, компаний, и я с удовольствием окунулся в эту работу, возглавляя ряд международных проектов, возглавляя потом чуть позже работу всего международного управления вуза. И уже постепенно потом мне было очень интересно, и, наверное, руководители это видели, с какой заботой, любовью и постоянной вовлеченностью я решаю эти вопросы. Мне предложили стать проректором по международным делам. Я никогда не собирался, если честно, и не мечтал. Вот как-то не было внутри такого тяги к карьере, и для меня как-то это второстепенно. Сначала делать хорошо и стать профессионалом в какой-то области, а дальше уже судьба и те мои учителя и наставники говорили, ну вот теперь переходи на эту позицию. Я говорю, может, еще рано, у меня и здесь хватает дел. Нет, давай, двигайся. И так постепенно, после работы проректором по международным связям в 2006 году, коллектив избрал меня ректором университета. И вот уже несколько сроков я работаю ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Разные были возможности. В 2012 и в 2013 году в состав вуза влились 2 университета города Санкт-Петербурга крупных, и на сегодня мы один из ведущих федеральных вузов в сфере экономики, сохраняя все традиции, опираясь на огромнейший опыт, 93 года вузу, плеяда сильных выпускников, плеяда очень интересных задач, к которым мне лично довелось прикоснуться. Очень много интересных людей, которые посещают вуз по работе, по науке, по образовательным проектам. Это и визиты
правительственных делегаций, президентов различных стран, которые посещают наш университет. Здание историческое. Екатерина II поручила итальянскому архитектору Джакомо Кваренге его построить. Там располагался первый ассигнационный банк Российской империи. Но вот уже последние 93 года там работает экономическая мысль России в целом. Мне довелось много сделать, потому что, еще раз говорю, ты, когда работаешь с любовью, я очень счастливый человек, потому что делаю все с интересом, мне это нравится. Я просто, наверное, не разделяю работу и дом, и какие-то другие части своей жизни. Вот это все моя жизнь, и личная, и общественная, и профессиональная, вот как единое целое. И, наверное, от этого у тебя есть силы, ты видишь результат. Шикарная команда профессионалов вокруг объединяется, работает. Я вижу, какие сильные студенты приходят в университет с высоким IQ, с очень высокими баллами ЕГЭ. И все эти ребята вот настолько въедливо интересуются, задают вопросы, ставят задачи, критикуют, просят улучшить то или иное направление или пригласить различных ведущих представителей бизнеса, правительственных руководителей и просят: вот мы бы хотели вот это, вот этого нам не хватает, вот просьба, сделайте так-то. И, конечно, вот этот диалог со студенчеством, он прямой, открытый, позволяет нам вместе делать очень сильный университет, двигаться вперед, занимать ведущие позиции по многим направлениям и работать, подпитывая и воспринимая те знания, которые есть не только в России, опираясь, безусловно, на огромнейший фундамент знаний нашего университета, но и работая с международными партнерами, потому что у нас очень много. Те встречи, которые происходят на различных уровнях, в различных странах, поверьте, я никогда не думал, что буду общаться лично с Папой Римским, потому что у меня испанский язык, нынешний Папа Римский из Латинской Америки, но те встречи, здесь нет этой фотографии, но работа с римскими университетами давала возможность именно решать еще такие вопросы глобального характера. И Папа Римский, вы знаете, вот в небольшой короткой беседе говорит, что я очень горд, что в России, в отличие от многих стран католического мира, у вас в православии Бог стоит внутри. И вот те семейные ценности, которые всегда были важны для России, они растеряны сейчас в католическом мире. Мы с вами знаем, я не буду на этом останавливаться. И Франциск говорит: берегите, пожалуйста, вот все, что есть, потому что без России христианский мир не сможет существовать. Ребята, это очень важные слова, поверьте, и значимость нашей страны, и то, что мы с вами делаем. И этот год объявлен годом семьи президентом Российской Федерации. Вот эти ценности, их надо все равно пронести по всей жизни. Ты не будешь успешным профессионалом, если у тебя нет семьи и тех близких людей, которые помогают тебе двигаться вперед. Я немножко ухожу в личное, но это личное, это моя жизнь тоже, не только общественная. Дорогие друзья, кратко о ВУЗе. Вот на этом слайде более 15 тысяч студентов, много программ иностранных партнеров, иностранных вузов. И хочу вам сказать, что экономика на сегодня — это то очень интересное направление, которое не такое, как 30 лет назад. Можно быть хорошим инженером, но когда ты делаешь то или иное открытие, изобретаешь тот или иной продукт, если у тебя нет экономических знаний или рядом нет того профессионала, который тебе поможет найти финансирование, который поможет тебе внедрить это изделие в серийное производство, который поможет тебе наладить
выпуск продукции, привлечь те компании, которые будут закупать и распространять на внутреннем, на внешнем рынке твою продукцию, потому что это огромнейшее искусство, современная экономика и все его сферы продвижения той или иной группы товаров и услуг. Вот на сегодня вопросы цифровизации, которые очень широко вошли в нашу сферу, искусственный интеллект, он полностью используется и в экономических знаниях. Экономика совершенно другая, поэтому, наверное, те, кто приходит в наш университет, они все достаточно успешны, и уже начиная со второго курса те недели вакансий, дни карьеры, которые проходят. Ребята уже ищут себя в будущем, знают, куда пойти. И, конечно, как горячие пирожки, многие компании их разбирают, потому что, еще раз говорю, уровень подготовки, уровень знаний, он у нас рассчитан на 5-10 лет вперед, потому что студент, заканчивая университет, уже должен обладать многими современными технологиями, не только теми экономическими знаниями, но успешно их реализовать. Вот здесь я не буду, может быть, подробно останавливаться. Я думаю, что уже многие коллеги в этом зале говорили о важности новых вызовов, о том, что Россия сама самостоятельно двигается вперед. Но, дорогие друзья, я вот, наверное, постоянно говорю и буду утверждать, мы не должны ни на кого надеяться. Мы сами должны поднимать свою экономику, свое производство. Вот те, может быть, уроки, которые мы еще раз увидели в надежде, что кто-то нам поможет, не помогут. Мы всегда была сильная страна, у нас всегда фабрики, заводы, технологии были наши. Мы их экспортировали, мы их разрабатывали, у нас лучшие инженеры, лучшие экономисты, лучшие умы. Это было, есть и будет. Поэтому я вам настойчиво рекомендую брать лучшее, что есть в других странах мира, и создавать, опираясь на наш вековой опыт, традиции, знаний здесь, в нашей любимой стране. Так было и должно быть всегда. Что, наверное, очень важно, вот я сегодня говорил, для молодежи, для всех поколений, это не только учеба. Это та жизнь вузовская, где вы обретаете совершенно иные навыки, компетенции и возможности. Это и работа в команде, и уверенность в друзьях, и вера в победу, и возможность себя реализовать в спорте, в творческих направлениях, в искусстве, получить тот срез знаний, который потом, ну, у вас не будет времени их получать. Вы вот сейчас располагаете потенциалом огромнейшим, когда это надо брать все в студенческие годы. И, конечно, это дружба, это важное мероприятие, где вы видите и учитесь у друг друга и сами растете, даже не замечая того, какими сильными вы становитесь, обладая, еще раз говорю, не только знаниями, но именно умея организовать, когда вы становитесь уже теми лидерами, очень глубокими, очень духовными, те, кто ведет уже за собой те компании, куда вы придете после окончания вуза. И вы будете теми руководителями, мы для этого вас так и готовим, и передаем те знания, чтобы вы, выпускники высших учебных заведений, поведете страну, станете политиками, будущими президентами. И я всегда говорю, у нас около 70% учатся девушки со всех уголков страны. Я говорю, вот среди вас будущие жены президентов, потому что Светлана Владимировна Медведева, жена Дмитрия Анатольевича Медведева, наша выпускница, и я всегда горжусь. Так это, наверное, и должно быть. Сильные, хорошие люди достигают больших высот. Дорогие друзья, здесь представлены наши выпускники, но я кратко еще, может, мы к этому вернемся. Я горжусь нашими студентами, они
были волонтерами. У нас единственный центр в Санкт-Петербурге на базе нашего вуза был по подготовке волонтеров к Олимпийским играм в Сочи. В этом году мы празднуем 10 лет этим играм. Мы всегда, вся площадка Международного экономического форума, 26-й год форум будет проходить в Петербурге. Это форум президентского уровня, высший форум экономический. Волонтерами работают всегда наши студенты. И сейчас на форуме молодежи и студентов на фестивале, который будет проходить в начале марта в Сочи. Опять мы готовим волонтеров на базе нашего вуза, и я очень горжусь. И, конечно, горжусь выпускниками. Вот здесь представлены часть из них. Это и Алексей Борисович Миллер, руководитель ПАО «Газпром», председатель нашего попечительского совета, Олег Валентинович Белозеров, руководитель российских железных дорог, Алексей Мордашов, «Северсталь», руководитель, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Светлана Алексеевна Голикова. И можно долго перечислять выпускников, потому что это сила любого вуза. И, конечно, очень важно, чтобы эти люди, они все возвращаются и часто все бывают в вузе. И вот этот диалог со студенчеством, который приходит и с выпускниками, которые достигли больших высот, он очень важен. Всегда был и остается для нас. Спасибо. Игорь Анатольевич, но после всего услышанного захотелось, мне кажется, вновь стать студентом. Потому что я с большим трепетом вспоминаю свою студенческую жизнь. И сейчас как будто бы тоже захотелось вернуться студенческую жизнь. Но у нас здесь и есть студенты. Я хотел бы представить и передать слово Максиму Юрьевичу Недзвецкому, генеральному директору «Газпром НИИГАЗ», главного научного центра «Газпрома». Максим Юрьевич, я знаю, вы студент экономического университета? Да, я студент экономического университета. Это на следующем слайде я расскажу про свое. Но образование вы не в Петербурге первое получали, в Москве. Первое образование получил. Я предоставляю вам слово. Спасибо. И расскажите, есть ли разница вот между образованием Москвы и Петербурга? Слушаем. Вот, Евгений, вы сказали, вы с трепетом вспоминаете студенческие годы. Вот, я тоже с трепетом вспоминаю. Вообще студенческие годы – это... Это здорово, друзья. Вот вы тоже будете вспоминать их с трепетом, поверьте. Даже если сейчас какие-то бывают у вас, может быть, какие-то сомнения, вы будете вспоминать с трепетом, и я сейчас расскажу, почему. И на самом деле вся среда университетская как раз создана так, чтобы вы вспоминали с трепетом и туда возвращались. В аспирантуру, второе высшее, третье высшее, пятое, десятое, на встречу выпускников. Это очень важно. Но мое образование началось на самом деле с города Новый Уренгой. Города газовиков, города, в котором я родился. Я родился в Советском Союзе, сегодня вспоминали, в Ямало-Ненецком автономном округе. Это близко к полярному кругу и за полярным кругом. Город Новый Уренгой в 1975 году был основан по решению министра газовой промышленности Сабита Таевича Руджева. В 1980-м получил статус города. Это была ударная комсомольская стройка, и мои родители на эту комсомольскую стройку по распределению попали. И там я родился в 1982 году. Здесь вот фотография, не знаю, из 1982 или нет, но так два дома показаны. Вот меня родители вспоминают, что из достопримечательностей 1982 года вот были примерно две вот такие вот высотки и один светофор. Вот. В следующем году этот город отмечает 50 лет. Город, который динамично развивается, развивается в том числе благодаря «Газпрому», с активным участием «Газпрома». И город, на самом деле, современный, который очень здорово преобразился, и в том числе благодаря управленческой команде региона сегодня. Я могу сказать, что губернатором в регионе сегодня один из самых молодых губернаторов в нашей стране, Дмитрий Андреевич Артюхов, и у него очень прогрессивная команда. Чем еще известен этот регион? Этот регион более 50%, на самом деле даже существенно более 50% всех запасов газа Российской Федерации сконцентрировано в Ямало-Ненецком автономном округе. А с точки зрения добычи это около 75%, 80%. Поэтому, когда меня еще спрашивают, как попасть в «Газпром», я говорю, извините, мне повезло, я родился в «Газпроме». Теперь про мой трудовой путь и профессиональную деятельность и образование. Я закончил школу в Новом Уренгое в 1999 году.
я выбирал, куда поступать. И знаете, от судьбы не уйдешь. Один из университетов, который я рассматривал, в том числе был ФИНЭК. Я даже проходил подготовительные курсы по математике. Вот. Но потом, ну, после визита в различные университеты, выбрал «Дружбу народов». Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. В 23-24 году я уже сейчас учусь в ФИНЭК. Сейчас схожу, расскажу, как я туда попал. Значит, примерно, обратите внимание на цифры. Еще 10 лет у меня занял образование в Российском университете дружбы народов. Это там был подготовительный факультет, бакалавриат, магистратура и аспирантура. По завершении бакалавриата я начал уже искать работу, и так тоже повезло, попал в головной научно-исследовательский институт в области экономики НИИ «ГазЭкономик». И параллельно еще рассматривал, тогда было очень популярное получение степени MBA, вот, рассматривал даже зарубежное получение степени. Но вот благодаря вот наставничеству, кстати, вот хотел отметить, на всем протяжении, на всем этом пути трудовом и образовательном очень важна роль наставника, о чем говорили. И в школе. Наталья Андреевна Колпикова, мой классный руководитель, очень люблю и уважаю. В университете мой научный руководитель Николай Павлович Гусаков, Владимир Михайлович Филиппов, ректор университета тогда. В MBA я поступил в ГИМО, Валерий Иванович Салыгин, он мне тогда уговорил, говорит, не уходи, ты вот только устроился в «Газпром», нельзя уходить, никуда уезжать не надо. И он был абсолютно прав, я ему очень благодарен, потому что 7-8 год был кризис, а в 9-м выпускники MBA никому не были нужны, те, которые зарубежные степени получили. Вот. И этот совет я потом дал через 10 лет еще одному моему сотруднику в институте, и рад, что не уехал сотрудник, остался у нас и очень здорово работает. В 2015-2016 году я получил профессиональную переподготовку в РГУ «Нефти и газа». Причем здесь решающую роль сыграл Олег Евгеньевич Аксютин, заместитель председателя правления, член-корреспондент Российской академии наук, мой непосредственный сегодня руководитель. Он сказал, ты должен получить профильное образование техническое, ты должен разобраться, несмотря на... Вот. И с Виктором Георгиевичем Мартынов, который тоже здесь выступал, мы, соответственно, я, выходные, программа, и при поддержке, конечно, руководства получил соответствующее образование. Ну и вот подошло время MBA, тоже мне говорят, Максим Юрьевич, у тебя же уже есть MBA, но вот та программа, это корпоративная, то, что за рубежом называется Executive MBA, программа для руководящего состава, очень здорово сформирована, ей уже больше 10 лет, да, Игорь Анатольевич, зарекомендовавшая себя, и здесь я хотел поблагодарить Сергея Федоровича Хомякова, зампреда по кадрам как раз у нас в «Газпроме», Игоря Анатольевича Максимцева, который выстроил эту программу, и на самом деле она очень результативная и интересная, поэтому я все время, как вы видите, возвращаюсь и учусь. Это очень важно. Что касается карьерного пути, я вот еще на что хотел обратить внимание. Вот математика. 10 лет школа, 10 лет университет. В 2004-2007 году 3 года в институте, потом пригласили в «Газпром». До начальника управления примерно 9 лет. Кстати, Игорь Анатольевич посмотрел на слайде, тоже 9 лет до начальника управления. Вот цифры сходятся, да, примерно? С 7 по 18 примерно 11 лет от начала работы в «Газпроме» до генерального директора. Юрий Анатольевич, я посмотрел 11 лет до ректора. Это мы не сговариваясь, вот просто посмотрел. Знаете, что хотел сказать? Друзья, учиться надо постоянно, наставников знать, уважать и смотреть в своем окружении. «Газпром» поддерживает образование, даже когда работаешь 24/7. Очень важно находить время на обучение. Ну и еще один важный момент тоже скажу. Вот смотрите, в 2009 году я получил кандидатскую степень по экономике и MBA. И думаю, все, я суперспециалист. Все, сейчас я... Назначение было только через 4 года, друзья. Надо еще уметь доказывать, что ты умеешь эти применять знания на практике. Это очень важно, это непросто. Это надо, ну, соответственно, терпение, нужен задор, нужно себя заряжать. Что такое «ВНИИГАЗ»? Друзья, в 35 лет возглавил «ВНИИГАЗ».
в истории самый молодой руководитель института. Институт 75-летней истории. Сегодня это научно-производственная система полного цикла. От идеи до внедрения, воплощения в металле или в цифре. Есть научно-производственная деятельность от разработки до тиражирования, до стандартизации и тиражирования на основе эффективности. Отдельно у нас блок – это научно-образовательная деятельность, которую мы ведем. Почти 2700 сотрудников у нас. Средний возраст, да, вот еще. Средний возраст, 43 года. Сейчас говорят, вот институт, там у вас 43 года, друзья. Средний возраст. И причем держится. Вот я за 5, почти уже скоро, в этом году будет 6 лет, как я руковожу институтом. Я вот на 6 лет стал старше, а институт, вот по-прежнему 43 года, вот такая вот временная коллизия, да? Спрашивают, что значит работать в институте и можно ли там, как попасть в институт. Вот мы выработали принципы работы в институте. У нас базовый слоган «Инновация – наша работа». Все, что мы создаем и делаем, это новое и на благо. Мы даже свидетельство получили. У нас это защищенный слоган наш, да? Очевидно, мы как представители государственной компании «Интересы России» и «Газпрома» приоритет. Это, ну, понимая значимость газовой промышленности в экономике нашей страны, мы, соответственно, этой цели придерживаемся. Часто руководитель у нас озвучивает, что правильно поставленная цель – это половина успеха. С учеными, когда обсуждали это все, мы рассматривали неоднократно на ученом совете, они говорят: «Максим Ильич, половина успеха – да, но а вдруг больше?» А вдруг в каком-то решили все, фундамент напишем, чтобы не было замечаний от самых таких вот самых-самых. Основной капитал института человеческий. Огромную работу ведем по развитию коллектива. Быть примером в работе и жизни тоже стараемся, своим собственным примером. И на самом деле общение с такими наставниками, это, ну, они тоже демонстрируют выдающийся пример. Институт – это команда, и командную работу мы проводим. Время – ценнейший ресурс, поэтому постараюсь сейчас тайминги уже буду подводить к концу. Преемственность – очень важный вопрос. И мы, когда первый раз принципы только вырабатывали в институте, обсуждали, вначале этого не было. Но потом, проработав, сказали: нет, преемственность очень важна, поэтому очень важно, чтобы в институте были и старшее поколение, и молодое поколение, и они работали как команда. Просто помогай – тоже важный принцип. Друзья, знаете, вот даже сценки у нас делали, приходят научные сотрудники, молодые, а старшие не воспринимают, да, ну вот там, ну по ряду причин. Вот. А потом это напоминает, как известный анекдот на экзамене, когда преподаватель сидит, задает вопросы и думает: ну я его тяну. А студент сидит про себя и думает: ну валит. Вот чтобы такого не происходило, конечно, надо помогать. Ну и наша работа в институте – это работа, направленная вперед, работа, направленная в перспективу. Поэтому эта перспектива будет позитивна, если мы будем соответствующим образом думать позитивно. Все эти принципы базируются на корпоративных ценностях. Они есть у нас на корпоративных ценностях головной компании, они есть у нас на сайте, в кодексе корпоративной этики, утверждены советом директоров. Вот. Поэтому стараемся культивировать, развивать и в социальных программах, и в жизни, и в работе. Ну и заключительный тезис, который я бы хотел обратить внимание. Вот и наш институт очень динамично развивается. Последние годы, ну прям стремительно, очень убедительные результаты показываем. И задают вопрос: а какая формула успеха института? Именно института как организации. Вот мы выработали, она может быть упрощенная, но очень важная, я на нее хотел бы обратить внимание. Это три элемента, три множителя. Люди. Конечно, история развития науки – это история команд, людей, имен. И мы развиваем людей, и «Газпром» в целом нацелен на самом деле на людей. И даже если вы пройдете по нашему стенду, вот выставке, обратите отдельный блок «Люди Газпрома». Это действительно полумиллионный коллектив, огромный. Если говорить про институт, то тоже достаточно большой сплоченный коллектив. Среда, исследовательская среда очень важна. И то же самое, за что вот мы любим институты, и сегодня они активно развиваются. Вот вы задали вопрос вначале, отличаются там московское или питерское образование. Да, отличается, но в первую очередь отличается средой. У каждого она своя, но она люди, созидательна. Люди еще. Люди, среда, она созидательна, она очень важна. И эту такую среду надо развивать и культивировать. И еще очень важный момент – это, ну, базовый спрос.
То, что мы делаем, оно должно быть востребовано. И я хотел обратить внимание, что сегодня наука востребована как никогда. Действительно, время возможностей. Вы знаете, что президентом объявлено десятилетие науки и технологий, которое будет до 32 или 33 года. Сегодня, вот на этой неделе отметили 300 лет Российской академии наук. И еще раз президент обратил внимание на важность и значимость научного направления. Отдельно сегодня, вот в ближайшее время будет утверждена стратегия научно-технологического развития, которая, по сути, по значимости, это было отмечено президентом, приравнена к стратегии национальной безопасности. Поэтому вопросы технологического суверенитета, вопросы развития науки, вопросы развития нашей страны сегодня очень востребованы. Ну и еще очень важно в этой формуле – это знак умножения. Все эти элементы приумножают друг друга. Поэтому, друзья, приумножайте успехи друг друга, приумножайте свои возможности, ну и, соответственно, приумножайте достижения нашей страны. Отличная формула получилась. Игорь Анатольевич, я знаю, что вы лично очень много уделяете времени студенческим объединениям. И слышен ли сейчас голос студенчества? Заметен ли он? Расскажите об этом. Евгений, спасибо за вопрос. Вот я смотрю в зале ребят в стройатлетовской форме. Дорогие друзья, это было одно из самых прекрасных периодов моей жизни, потому что я был бойцом студенческого отряда, командиром студенческого отряда, работал в районном штабе, потом в областном штабе. Я прошел многие этапы и понимаю, насколько это важно, и мне это очень многое дало. И, конечно, тут отсутствие вот барьера между студенчеством и администрацией в нашем вузе, когда идет диалог, когда студенческие объединения, их очень много, и они активно принимают свое участие в жизни университета. Вы даже не поверите, вот столько различных мероприятий в течение года, более 200 сами ребята проводят, и мы с удовольствием поддерживаем и по возможности участвуем и помогаем, но это только в копилку ребят. Это в копилку ребят, и я очень горжусь, что в университет приходят, наверное, самые активные, самые желающие сделать себя вот лидеров будущего молодые ребята со всех регионов нашей великой страны и из зарубежных стран. И все они потом действительно делают замечательную карьеру. Мне хочется только пожелать ребятам: дерзайте. Мы сегодня для вас создали шикарные условия. Вы имеете такие возможности, поверьте, я наблюдаю, вот Максим Юрьевич полностью согласен по тем критериям становления личности, развития, успеха. Это все в вашу копилку. Вы действуете, у вас все получится. Мы рядом и окажем вам всяческую помощь. Но вы то лучшее, ради чего мы все работаем. Максим Юрьевич, вы сказали, у вас более 2600 сотрудников где-то. Среди них много молодежи? Объясню, к чему вопрос. Как к вам попасть? Это, мне кажется, много кого интересует этот вопрос. Поделитесь секретом. Значит, смотрите, друзья, вот из общей численности, вот, кстати, любопытно, у нас до сих пор по критериям, что такое молодой сотрудник, да, это до 35 лет. Вот до 35 лет я стал генеральным директором, будучи молодым сотрудником формально, да, вот, и то же самое можно и про губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, он еще раньше, да, поэтому, друзья, у нас примерно 30% всего коллектива – это коллектив до 30 лет. Но очень важно, чтобы коллектив был разнообразный. Очень важно, чтобы были разные возраста, разные, в том числе, культуры. Вот мы развиваем достаточно региональную сеть. Сегодня мы представлены в 13 городах, тоже ищем. Очень важно. И мы видим, как это обогащает. Мы консолидировали науку. Кстати, «Газпром» здесь достаточно, это серьезное наше достижение. Мы ее сохранили и приумножили корпоративную науку. Поэтому, что касается, как попасть. Вот знаете, мы сегодня у нас выстроено взаимодействие с нашими опорными вузами. Есть базовые кафедры.
Вот сейчас активно прорабатываем формат вот в связи с переездом в НИИ ГАЗа, ну, частично в Санкт-Петербург, смены нашей штаб-квартиры. Мы сейчас активно набираем людей. Мы видим ряд направлений, например, сейчас по гидродинамике, да, специалистов не хватает. Мы проводим специализированные сессии на базе нашего института. И вот, правда, там серьезный отбор, но вот первый опыт провели в прошлом году. Из 400 человек отобрали 15. Эти ребята получили, да, отбор серьезный, но ребята получили должности в институте, работают. Такая же работа у нас организована и в Тюмени, такая же работа, очевидно, и в Москве у нас организована. Сейчас еще прорабатываем вариант с, ну, так как у нас технологический институт, понятно, экономисты нужны везде и всегда, но вот с точки зрения технологий активно сейчас прорабатываем с Владимиром Стефановичем Литвиненко и Андреем Ивановичем Чернуцким, вот политех и горный в Санкт-Петербурге, как раз создание и центров, и базовых, там и базовый, по направлению базовой кафедры, и центр, где можно было бы вовлекать ребят в реализацию конкретных проектов. Я это знаю по себе, потому что я, закончив бакалавриат, начал работать уже в институте. И параллельно учился в магистратуре. Очень тяжело, очень интенсивно, насыщенно, но если вы готовы, вы, соответственно, вот экономите это время до руководящего поста, если вы хотите быть руководителем. А если не хотите быть руководителем, у нас тоже есть соответствующий, так сказать, научный трек в институте. Я тоже обращал на это внимание руководство, и меня поддержали, что не обязательно быть, чтобы быть хорошим ученым, не обязательно быть начальником, да? Можно просто по этому направлению развиваться, становиться лауреатами всех возможных премий, академикам, и соответствующую возможность, соответствующий карьерный путь мы тоже готовы в институте организовать. Поэтому, друзья, действительно, возможностей масса. Вот, да, у меня был опыт преподавательской деятельности в РГУ «Нефтегаза». Я 5 человек из потока, который я, которому читал, тоже взял в институт. Часть ребят уже работают, часть переманили другие. Ну, так тоже бывает. Ничего, птенцов надо отпускать, нормально. Поэтому, друзья, мы заинтересованы, если интересно. Вот. Друзья, двери открыты, вот это вы хотите сказать, да? Да, еще, друзья, вот еще один важный такой момент. Вы должны понимать, что в связи вот с теми пертурбациями, которые были там в экономике нашей страны, ну, по ряду объективных причин, то сейчас, ну, действительно не хватает специалистов. Да, есть надежды, говорят, вот искусственный интеллект сейчас там или роботизация. Но поймите, вот та деятельность, которой мы сейчас сегодня занимаемся, и с точки зрения образования, которая тоже здорово трансформируется, да, и с точки зрения научной деятельности, конечно, квалифицированные кадры нужны, талантливые ребята нужны, и мы соответствующие условия создаем и готовы привлекать и помогать. Игорь Анатольевич, а как к вам попасть? Потому что я знаю, вы уже ранее сказали, что вы также готовите специалистов для «Газпрома». Вот как вы отбираете студентов, как они к вам попадают и сложно ли это? Ну, мне кажется, что сложного ничего нет. Важно, наверное, поставить себе цель, потому что, да, должна быть мотивация. И, конечно, надо сначала преодолеть порог ЕГЭ, потому что это правильно, с плохим уровнем знаний в университете всем бывает трудно. Но еще раз говорю, мы открыты, кто поступает на бюджет, кто поступает на контрактной основе, у кого баллы ЕГЭ, может быть, не такие высокие. Но если ты хочешь учиться и стать профессионалом своего дела, вот о чем Максим Юрьевич тоже говорит, не обязательно возглавлять компанию, но ты должен для себя поставить цель, что тебе ближе. Ты действительно можешь быть таким интровертом и работать сам очень хорошо, не всегда в команде, но свою работу связывать с командой. Также и студент. Мы смотрим и стараемся помогать ребятам, которые приходят в ВУЗ, найти свое место. И еще раз говорю, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, это спасибо нашему студенчеству, потому что без ребят они очень профессионально и с самого начала у первокурсников у нас есть кураторы, которые их сопровождают как маленьких, наверное, детей, которые первый раз идут
в школу или в детский сад. Но потом это очень быстро проходит, и уже сами первокурсники становятся кураторами и наставниками. И вот возможность учиться по жизни, передавать свой опыт для любого школьника, который приходит в ВУЗ, это возможность быстрого роста. И ребята сами чувствуют, как они набирают эту высоту и уже знают, куда идти. Заниматься малым, средним бизнесом, возглавлять компанию или же быть специалистом глубоким и сильным в том профиле и в направлении, которое востребовано в России. И поверьте, кадры для страны ужасно нужны, хорошие кадры. Мы готовим самые лучшие кадры. Друзья, но настало время вопросов. Я уверен, они у вас есть. Если кто-то хочет задать, поднимайте руку. Вот на самом-самом последнем ряду рука была раньше. Я вас запомнил. Добрый день еще раз, Максим Юрьевич и Игорь Анатольевич. Очень приятно посмотреть ваши интересные лекции. И у меня вопрос первый к Максиму Юрьевичу. Сегодня было упомянуто по поводу наставничества. Вот какие вы можете дать рекомендации по хорошему выбору именно наставника, который сопроводит, сможет по карьерной лестнице и привести к успеху. А второй вопрос. В своей профессиональной научной деятельности я столкнулся с тем, что мне начало не хватать экономических знаний. Вот, все-таки у меня больше с геологией связано. Вот. В связи с чем вопрос, будет ли какая-то совместная, может быть, программа именно экономическая по цели именно «Газпрома», которая может решать и для молодых специалистов, которые уже закончили университет, уже сколько-то отработали и могут поступить в магистратуру, например. Хороший и сложный вопрос. Вот. Знаете, первая ассоциация у меня почему-то, вот студенческая публика, «Аватар» фильм смотрели, да, там, когда там дракона выбирали, а как я выберу своего, он захочет тебя убить. Да? Вот. Слушайте, очень многое на доверии строится. То есть вы должны, во-первых, у вас должен быть общая тема для интереса, если говорить про исследование. А общую тему для интереса, но выбирать ту, которая по душе, которая по сердцу. Ты, Игорь Анатольевич, об этом говорил, то, что вам нравится, то, что вы любите. Когда у вас есть общий интерес, дальше на этом общем интересе можно выстраивать атмосферу доверия. Когда есть атмосфера доверия, и вы видите, что у вас человек, ну, для вас действительно является авторитетом, то, соответственно, заслужите его уважение, и он сделает все для того, чтобы вы развивались, и потом, даже не за спасибо, а просто потому, что видит в вас что-то, что может дальше развить. По крайней мере, я на своем опыте сталкивался именно с этим. Вот. Ну, а что производит впечатление? Это труд, конечно. Терпение и труд. Спасибо за вопрос. Я хотел вот тоже добавить, дорогие друзья, вы сами почувствуете, у кого вам хочется учиться. Я благодарен по жизни. У меня было очень много очень успешных учителей, и все личности, и человеческие, и профессиональные качества, они были высочайшие. И я понимал, вот на каком-то периоде, слушая или лекции, или же занимаясь практикой, научно-исследовательской работой в ВУЗе, вот это мне близко, и задавая вопросы, или делая ту или иную курсовую, или какой-то иной проект, всегда тебе хочется расширить горизонт твоих познаний, это чувствует педагог и наставник. Он говорит, слушай, а давай ты вот тут еще залезть за эти рамки. Да, это будет тяжелее, но если ты хочешь стать более глубоким специалистом, поработай. Дальше тебе уже наставник говорит, или ты справился, или же была пустая рекомендация, у тебя ни времени, ни сил, ни желания не было. И вот здесь действительно человек тогда говорит, если ты выполнил вот какие-то эти первые движения, он говорит, так, пойдем дальше, я тебе открою горизонт, я тебе проведу через этот дремучий лес, освещу тебе фонариком, и ты выйдешь на ту поляну и будешь таким же проводником для других. Поэтому, безусловно, учителей по жизни вы будете встречать очень много, и согласен с Максимом Юрьевичем, вы почувствуете, что это ваш учитель, это ваш наставник. Вы готовы получить у него дополнительные знания. Что касается обучения в магистратуре и получения экономических знаний и управленческих навыков, у нас есть эти программы. Закон об образовании позволяет ребятам, которые получили знания в бакалавриате в технических вузах, приходить в экономические
технический вуз и получать уже в магистратуре знания, которые будут дополнять. У нас очень многие программы идут совместно с техническими вузами Санкт-Петербурга. И я очень рад и горжусь, что вот постепенно те аспиранты, те магистры, которые в командах работают, они потом, выходя на более высокий профессиональный уровень, становятся действительно вот той мощной силой, мощной командой специалистов, которые реализуют очень важные проекты. Я сегодня не буду на этом останавливаться, таких примеров много, но добро пожаловать даже на специализированной кафедре ПАО «Газпром», которая работает с 2014 года в нашем вузе. Магистерская программа, она как раз позволяет, ну там в первую очередь для сотрудников «Газпрома» прийти и получить вот эти знания в сфере экономики и управления. Милости просим, мы открыто все расскажем, покажем. Спасибо. Спасибо. А, девушка, да, вы хотели задать вопрос. Сейчас, секундочку, вот сюда, на первый ряд микрофончик дайте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Елизавета, я сотрудник «Газпром» в НИИГАЗ и работаю в отделе, который занимается развитием персонала и молодежи в частности. Поэтому я хотела бы адресовать свой вопрос Максиму Юрьевичу. Мы сейчас занимаемся разработкой некоторых нововведений, которые связаны с развитием системы наставничества в нашей компании и в целом профессиональным развитием молодых специалистов. Важность наставничества понимают как молодежь, которая хочет перенимать опыт, развиваться, так и сами наставники, в том числе ветераны, которые уже закончили свою профессиональную деятельность, но хотят делиться своим опытом. Максим Юрьевич, вы очень много говорили про важность наставничества. Не могли бы поподробнее рассказать, какой вклад наставники внесли в ваше профессиональное развитие и дать несколько советов как молодым специалистам, так и наставникам? Спасибо. Да вот, знаете, вот всех беспокоит вопрос наставничества. Я уже ряд фамилий назвал. Но ведь мы, когда в организации институт наставничества развиваем, мы там положение, как обычно, там прописать, такой фамилии. Но вот те фамилии, которые я сегодня назвал, они нигде не закреплены ни в каком документе. Понимаете? И вот очень важно... Через какое-то время вы можете почувствовать, ну, можете сказать, что да, вот этот человек внес такой вклад в мою жизнь, что он был непосредственно моим наставником. Я, например, не сказал об одной очень важной для меня фамилии, которую ну, не озвучил и потом переживал. Да? Сейчас вот озвучу. Например, все те кадровые решения, которые были сделаны, были сделаны Алексеем Борисовичем Миллером. Человек, которого я безмерно уважаю, человек, который ну, просто выдающаяся личность и своим примером показывает, что значит управлять такой огромной махиной, демонстрировать результат постоянно. И видим это и на совещаниях. Ну, понятно, что это нигде не прописано. Да? То же самое, общаясь и участвуя на разного уровня совещаниях, с разного уровня руководителями, порой их идеи, кстати, для ученого, вот мы, знаете, хорошая фраза Исаака Ньютона, если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигант. Ведь можно взять, прочитать статью, например, я написал в бакалавриате выпускную дипломную работу, прочитал одну статью Владимира Исааковича Фейгина по международным рынкам газа. Прочитал эту статью, мне она так понравилась, что я решил, эту тему я буду читать, я буду дальше это. Каково мое было удивление, когда я пришел в НИИГАЗэкономику, меня посадили за стол, где работал Владимир Исаакович, вот даже там его кружка с чаем осталась. Понимаете? Вот есть какие-то такие вот ну, судьбоносные вещи, но это ни в каком документе не прописано. Я как руководитель организации, конечно же, поощряю. Вот сейчас такие, может быть, личные примеры озвучиваю. Друзья, перенимайте опыт. Где-то вы можете даже собственным примером или какой-то идеей стать наставником у другого. Для этого не надо быть разрыва в несколько поколений. Это я вот к вопросу приумножения. Умножайте возможности друг друга. Помогайте друг другу становиться лучше. Кооперируйтесь. И сегодня вот сетевое взаимодействие с новой технологией, они в том числе и на это направлены, в лучшем их воплощении. Поэтому, друзья, вот как-то так. Спасибо. Да, да, молодой человек на четвертом ряду. Добрый день, меня зовут Добрыня. Я студент 4-го курса РГУ нефти и газа и по совместительству командир штаба студенческих отрядов тоже нашего университета. И у меня сразу два вопроса. Один к Игорю Анатольевичу. Какие вы видите ходы развития студенческих отрядов в вашем университете?
с точки зрения как к ректору и с точки зрения как члена совета директоров «Газпрома» к студенческим отрядам «Газпрома». Что вообще можно привнести нового? И вопрос к Максиму Юрьевичу. Значит, как вы взаимодействуете с российскими студенческими отрядами и в какой форме, если взаимодействуете? Вот. И какие у вас есть объекты, куда можно привлекать на работу студенческие строительные отряды? Спасибо. Коллеги, если можно вкратце. Хорошо. Добрый день, спасибо за вопрос. Я очень горжусь сотрудничеством с вашим университетом и очень близкие человеческие, добрые, дружественные отношения с ректором Мартыновым. В нашем вузе «Строить лидерское движение», оно развивается так же, как и везде, и на этом новом этапе, на этой волне. Мы, конечно, берем опыт тех прошлых лет. И еще раз говорю, работая сам и пройдя многие ступеньки, конечно, мы с моей командой ребятам рекомендуем, на что обратить внимание, делимся опытом и пытаемся им помочь. У нас строй отрядовское направление, у нас направление связано также с сервисом, с образовательной работой, а именно ребята работают вожатыми. Мы берем весь лес, потому что, еще раз говорю, 70% у нас учатся девушки. Ну, не все девушки могут строить, есть разные, но они могут преуспевать в других направлениях. Что нужно сделать? Ну, на мой взгляд, сделано очень много. И вот я еще раз хочу сказать, так же, как и Максим Юрьевич, огромнейшее спасибо Алексею Борисовичу. Было у нас на последнем газовом форуме совещание ректоров опорных вузов. Алексей Борисович особо попросил нас сделать все возможное, чтобы стройотряды опорных вузов шли вперед, развивались. И здесь те условия работы, те условия жизни, тот настрой, тот дух, те возможности формирования групп ребят, чтобы все-таки не было тех выпадающих негативных элементов. Ну, иногда случается, лучше, когда отряд дружный и сплоченный. Вот на это мы, конечно, будем обращать внимание, анализировать и всегда поделимся, что будет не хватать. Опыта у нас много, но мы очень хотим, чтобы вы были сильнее, лучше нас, и все для этого будем делать. Спасибо. Максим. Ну, с точки зрения стройотрядов, я вот лично позитивно очень к этому отношусь. С Нового Уренгоя, да, с Комсомольской стройки. Что касается вне газа, то у нас строительного бизнеса как такового нет. И мы участвуем, мы выезжаем, конечно, на объекты, но с точки зрения вот того, чтобы мы поставили какую-то задачу, нет. Но вот у меня мысль сейчас возникла такая. Вот, коллег, прошу проработать. Может, мы пополним каким-то научным десантом? Молодых у нас есть. Это молодые, активные ребята есть. Поэтому я с удовольствием попрошу, чтобы мои ребята проработали, чтобы мы в эту историю влились уже как участники, но не как там, с точки зрения постановки задачи, а с точки зрения ее реализации. Меня зовут Кусувалов Матвей, студент Губкинского университета второго курса факультета разработки. Максим Юрьевич, у меня получается тоже к вам вопрос, и тоже касается студенческих отрядов. Вот у нас в УЗИ возникла идея создания нефтегазовых отрядов. Это специальные отряды, которые прошли спецподготовку на базе нашего университета. Ну, допустим, например, помощники бурильщиков. Как вы считаете, есть ли перспективы у таких отрядов? Ну, я имею в виду не только помощники бурильщиков, а и химики, лаборанты, ну и другие специальности, которые предоставляет наш ВУЗ. Конечно, перспектива однозначно есть. С точки зрения постановки задачи, ну, мы также понимаем, что наши объекты высокой категории опасности. И каждый раз, когда подправляя на объект молодую кровь, мы всегда, конечно же, переживаем. Это высокая двойная ответственность. Поэтому надо быть полностью уверен, в том числе наставники, которые будут к вам прикреплены, что вы полностью готовы. Это очень важно. Поэтому, так же, как и в лаборатории, при проведении того или иного эксперимента, руководитель лаборатории тоже несет ответственность. Поэтому перспектива, без сомнения, есть. Вот вопрос задачи, масштабности этой задачи, да, это, ну, предмет дальнейшей проработки, но я со своей стороны еще раз хотел обратить внимание, вот Игорь Анатольевич об этом сказал, что руководитель поддерживает, мы тоже поддерживаем, заинтересованы. И у нас, благо, в нашей стране есть очень хороший, позитивный опыт работы. История, ну, сама подсказывает, что это надо делать. Меня зовут Вал Виолетта, я являюсь
студентом Югорского государственного университета, город Ханты-Мансийск. Также я руководитель студенческого клуба на базе Лин-лаборатории, построенной «Газпромнефть-Хантас». Мои ребята занимаются бережливым производством. И вопрос такой. Насколько сотрудники с данными компетенциями востребованы на производстве? Я сразу скажу, востребованы. Более того, я вот готов пригласить, если вы достаточно уверенно себя чувствуете. Ну все, договорились. Я, вот смотрите, я когда говорил, что институт, у нас научно-исследовательский институт полного цикла, научно-производственная система полного цикла, у нас в Тюмени, относительно недалеко от Ханты-Мансийска, в Тюмени серьезный этот экспериментальный завод. 4 цеха, и как раз бережливое производство – это тема на все времена. Мы сейчас соответствующую работу ведем и в этом направлении, поэтому давайте, я с удовольствием готов вас озадачить. Здорово. Спасибо большое. Друзья, приходите в лектории «Газпром», потому что у нас уже не первый раз вот так вот люди здесь работу находят. Вот. Так что, возможно, вы долго шли к этой цели, а здесь мечты у вас и исполнятся. Друзья, большое вам спасибо. Большое спасибо экспертам. Очень было с вами интересно пообщаться. Я надеюсь, вы ответили на все вопросы, по крайней мере, постарались это сделать и замотивировали наше подрастающее поколение. Может, тут пару слов для завершения у вас есть? Дорогие друзья, вот важно, любите свое дело, любите страну, станьте профессионалами и, конечно, постоянно учитесь. Без новых знаний не будет успеха. Друзья, ну, когда член совета директоров, ректор университета все сказал, я только могу поддержать и со своей стороны сказать, что цените время, читайте книги, окружайте себя вот нормальной созидательной средой. Отдельно хотел обратить внимание, что вот «Газпром» как много реализует проектов, в том числе научно-образовательные. Вот у нас тут есть такой проект, называется «Российская газовая энциклопедия». Он оцифрован уже частично. Во всех университетах наших опорных этот проект есть. Вот, учитывая, что на этой неделе был День российской науки, мы как, так как это при поддержке «Газпрома», но реализовывал в ней газ, я бы хотел сегодняшнему Игорю Анатольевичу, ну вам, конечно же, наверняка у вас есть, но вот в библиотеке института будет... Да, и Евгений, за такое динамичное и вообще ну, такое яркое ведение нашей сегодня сессии. Вот, читайте, тяжело. Познавайте. Тяжело. Книга должна быть хорошо отпечатана. Но для молодого поколения, конечно, все в цифре. А для вас, я думаю, вы еще словите кайф и вспомните студенческие годы. Спасибо большое. Спасибо всем большое.